Как вы дошли до жизни такой? Я считаю, что важным является несколько факторов. Во-первых, мы четко определили цель, чего мы хотим добиться. Мы хотим общаться с пользователями, мы хотим получать фидбэк. А второе – это было определение целевой аудитории. Мы тоже ее верно выявили, мы поняли, что она находится в социальных сетях. И третье – это, конечно, команда. Тут, я считаю, нам очень повезло с агентством, которое это ведет, это агентство Grape, потому что там есть ребята, которые занимаются только этим, они постоянно отвечают на вопросы, они постоянно звонят нам, если у них есть какие-то вопросы, общаются с нашим хотлайном, получают все материалы. И главное, что всем интересно это делать, все вовлечены, и получается хорошо, на мой взгляд. И при этом в команде HTC в московском офисе всего 8 человек. Да, 8 человек, поэтому мы были вынуждены отдать на аутсорс, нанять агентство, но, как я и говорю, что выбор подрядчика, он, конечно, очень важен. Ну, то есть курс правильный, верной дорогой, да. Идете, товарищи. Да. Количественный показатель у нас сейчас порядка 35 тысяч во всех сообществах. Суммарно. Суммарно, да. И мы, в принципе, входим в тройку практически везде. Ну, кроме ВКонтакте, там мы просто начали чуть позже. Но достигнем, я думаю, что очень хороших результатов. То есть мы перемещаемся с первое, второе, третье место, дальше не уходим. Итак, в общем, награду лучший спикер Рива вручается Ане Карауловой и компании HTC, которая работает всего 9 месяцев, да, ну, меньше года на этом рынке, заняла первое место, при том, что компания работает всего 8 человек. Да. Учитесь.